континентальной хоккейной лиги. Рад вас приветствовать. Очень весело. Достаточно сказать, что ярославцы, вот у них момент такой прекрасный. И прощают они динамовцев. Просто говорят, простите, но не забиваем мы сами. Зашли динамовцы. Здорово. Карпов. И разыграли как динамовцы. Но Кёртис Стэнфорд, настоящий кудесник в этом моменте. Рохов. Навязывает ему Кокарев в борьбу. И момент какой. Дважды динамовцы могут бросить. И Гранек. Как не забивают сейчас бело-голубые. Коньков. Горохов. Пока без бросков. И вот с той же точки гол. Не выручает Еременко. И 1-0. Все-таки Локомотив добивается своего. И вот они, долгожданные для болельщиков Локомотива гудки паровоза. Джефф Клэп. Да, имеющий, как я уже сказал, мощный бросок. Падает Вишневский. И что тут? Будет выход 1-0 у динамовцев. Да! Карсум забивать надо. Нет! Стэнфорд просто блестяще выиграет в этом эпизоде. Карсунса к воротам, и здорово играет Кёртис Стэнфорд в этом эпизоде, и жесткий силовой в исполнении Марека Квабела. Болельщики Динамо, я не думаю, что расстроены, даже несмотря на то, что пока их команду... Ну и начнут бело-голубые этот второй уже период, который будет совсем скоро, в меньшинстве. Джефф Лэнд. Бросок по воротам. Пусты они у Динамо. Но нет, опять Еременко сейчас занял свой пост номер один. Но давайте смотреть. Нет, это предыдущий момент, когда очень было опасно у ворот Динамо. Апалька. Хорошая передача назад. Аверин делает, но шайбу там на синей линии ярославцы упускают. И досталось Эдуарду Одинчу. В углу площадки сейчас один из двух главных арбитров. Да. Не сумел уйти от силовой борьбы. Тут досталось и Аверину. В общем, жарко сейчас было в углу площадки. Приходит в себя Эдуард Одинч. Юрий Рен спрашивает, сможешь продолжать, дружище? Не может пока это делать Одинч. Вот так вот. Закрывают двор динамовцы без Тушко. Опять ведут кружева атак бело-голубые. Комаров! Бросок и Стэнфорд. Видел все, Кёртис Стэнфорд. Так. Вестушко получает какой-то болезненный удар уже, как показалось, после свистка. Оп! Карсумс, нет, не забивает. Динамо, Карсумс. Бросок. И опять здорово играет Стэнфорд. Да как удачно на Плотникова. Выход у Локомотива. И что, удаление будет? Давайте смотрим. Плотников убегает в отрыв. Вот момент броска. Все-таки Еласвара бьет Апалькова клюшкой. И удаление в обратку у Динамо. Да, недолго музыка играла в бело-голубом королевстве. Кто у них отплатил Карсунсу на передачу. Динамовцы в полном составе, но Мусатов-то каков, а? Мусатов! Доборолся, но нет, не бросил. Черников шайбу подхватил. Черников за воротами. Ой-ой-ой! Обманул Еременко, но все-таки шайба не попала там в ворота. Ну и Черников, смотрите, как закрутил тут здорово. И попал щиток.
Длинная передача. И Лео Комарова там явно сбивают. И что, Булит? Булит назначен. Не мешали тут ему уже бросать по воротам Сэнфорда. Собьет ли он с верного пути Комарова. Итак, Комаров, Сэнфорд. Кто же? Кто? Гол! Лео Комаров 1-1. Не слышу вас, болельщики Ярославля. Это понятно. Вот это вот появление на публике. Вот этот спектакль. Ледяной спектакль Лео Комарова. Играющие голкиперы выразят свои команды. И момент может быть. Где шайба? Вместе. Вместе с шайбой Еременко. Ворота. Толкают. И игроки тут сейчас пошли в конец, как говорится. Вишневский против Сопина. Свободного пространства на льду Соловьев. Наброс. Сэнфорд хорошо играет щитками. И успеет возвратиться назад Соловьев. Бросок в дальний угол. Не попадают игроки Локомотива. Локомотива. Петров оставляет Колесу. Все проехали. Петров бросает и гол. Вот это да. Опять Локомотив выходит вперед. Да, вновь надо смотреть на табло. На ставнику Динамо. Смотрим. Петров бросает. Карсумс. Неточная передача Максима Пестушко. И Локомотив шайбу не выбрасывает. И момент. Пестушко сам мог бросать. Еще Гравиков не попадает. Какие моменты. 24 секунды и свисток. Игра остановлена. Да. Динамовцы могли сейчас счет сравнять. Секундный тайм-аут. И Сэнфорд шайбу прижимает. Ярославцы шайбу выбрасывают. И не попадают в пустые ворота. Но это уже не важно, потому что Локомотив одерживает победу в этом матче.